«Пасхальная радость» – так именуется открытый районный конкурс художественного и декоративно-прикладного творчества, не имеющего возрастных ограничений. Он традиционно проходит в пасхальную неделю, и в его рамках выставляются работы, посвященные светлому празднику Христового воскресения. Все подробности в репортаже Юлии Погосян. «Пасхальная радость» – ежегодный конкурс, организованный Центром детского творчества «Импульс». Он проходит уже в 13-й раз и стал для района больше, чем просто конкурсом. Это выставка, которую с удовольствием посещают горожане и черпают вдохновение. Каждая работа выполнена с душой. В них вложен глубокий смысл великого праздника Пасхи. Это наша традиция. Мы страна православная. И очень здорово, очень интересно, что у нас работают и в школе, как бы освещают эту тематику, и в семье. И вот и нам очень тоже нравится, нашему коллективу, делать этот праздник. В этом году, помимо основного жюри, которое оценило поделки заранее, на выставке работала общественная. Обычным посетителям представилась возможность побыть в роли судей. Отобранные ими работы также были представлены к награждению. Настолько много талантливых детей, это очень радует. И настолько люди заинтересованы, дети, что они вот в этом участвуют и выставляют свои работы. Куличи, яйца, Пасхи – одним словом, полное разнообразие пасхальной тематики. Техника работ и фантазия ребят в этом году превзошли предыдущие конкурсы. И действительно, ребята, которые участвуют в пасхальной радости не впервые, уверены, что именно затейливость работ – вот путь к успеху. Не смотреть на другие работы, фантазировать и все. Но не так просто стать победителем. Нужно приложить немало времени и усилий. Так, например, один из участников пасхальной радости Илья, взявший гран-при, над своей работой трудился год. Он сделал яйцо, выполненное в технике резьбы по дереву. В этом деле главное не допустить сколов, чтобы изделие было гладкое. Перед этой работой я очень долго набирался терпения, выполняя другие работы. И набравшись терпения, я принялся такую ответственную работу. Так как участвовать в конкурсе можно уже с двухлетнего возраста, многие работы были выполнены целыми семьями, а кто-то представил поделки коллективного творчества. Это прекрасная возможность сплотиться и найти общие интересы. Дети делают свои работы вместе со взрослыми, вместе с родителями, вместе с воспитателями, с наставниками, с учителями. И вот именно в это время, даже не сомневаюсь, что и их мысли – и добрые, и светлые, и их сердца бьются в унисон. А значит, в этом и есть выражение той пасхальной радости. В завершении мероприятия и в подарок всем участникам конкурса «Пасхальная радость» коллектив Центра детского творчества «Импульс» показал ребятам красочный спектакль «Сказка о потерянном времени». Юлия Погосян, Александр Ильин, Наталья Буслаева, «Видное ТВ».